При столкновении водитель «Лады» ударился головой о лобовое стекло, но обращаться к медикам не стал. Мужчина же, управлявший иномаркой, остался невредим. Нет, все нормально. Все здоровы, все живы. Водитель «Шкоды» рассказал, что двигался по проспекту Имашева в сторону третьей транспортной дамбы. На перекрестке он решил свернуть налево. С Имашева на Лаврентьева, на Дорадского, на стрелку. А он откуда выходит? По Имашеву в сторону Мусина. Как считаете, кто виноват? Ну, если я под стрелкой еду, ну, ГАИ разберется. Как говорит пассажир «Лады», они двигались в плотном потоке транспорта по проспекту Имашева в сторону улицы Мусина. Когда они подъезжали к перекрестку, горел зеленый сигнал светофора. Ехали за автобусом, был зеленый. Выезжать начали, и вот удар, а там уже красная, оказывается. После столкновения «Октавию» развернуло, а «Ладу» отбросило к трамвайным путям. На первый взгляд, более серьезные повреждения получила иномарка. Но, как говорит ее владелец, в любом случае ремонт его машины окажется более дорогим по сравнению с «Ладой».